Сергей с мыслями пришел к восходу с внуком. Ребенок хотел покататься на горке, но, как оказалось, сделать это весьма трудно. У горки нет лестницы. Горка, да. Вот поставили, а лестницу-то забыли. Это кто виноватый? Кто ее ставил? Управляющая компания какая-то, наверное. Безобразие. Мальчишки постарше забираются на горе горку своими силами. Тут на этой горке еще нету лестницы. А как вы забираетесь? Перелазить через деревяшку, хватаюсь за вот эту деревяшку и лезу. Не страшно? Нет. Огорчает ребятню и взрослых не только недоделанная горка, но и неукрашенная новогодняя красавица. На елке до сих пор нет ни одной игрушки. На горке прокататься, думаю. Может, ее сделали. И вот. Еще мама говорила елочку посмотреть, а ее не украсили. Ну да, еще пока не украсили, конечно, не очень красиво. Вот. Ждем, что будет все красиво, нарядят. Пока мы общались с горожанами, произошло чудо. Привезли лестницу для горки. Скажите, пожалуйста, когда поставите лестницу? Сегодня. Но в течение какого времени, а то ребята волнуются? Ну, час. В течение часа. Вот. А горку когда поставили? Вчера. А почему так долго с лестницей? Ну, так получилось. Если лестницу горки все же привезли и решили поставить, то когда озарится новогодними огоньками зеленая красавица у Центра культуры и досуговосход, остается пока неизвестно. Татьяна Елисеева, Анжелика Боровинок. Наше время.